В этом году в Якутске построили 24 сквера. В столице республики подводят итоги завершающегося года труда. Сегодня состоялась презентация мероприятия одного из 7 направлений «Строим Якутск». В его рамках реализовали много интересных и полезных проектов. Один из них – 100 скверов к столетию Якутской ССР. В этом году в Якутске планировали построить 20 скверов. План даже перевыполнили, возведя в городе 24 объекта. Активно участвует каждый округ, свои вот требования, свои то, что они хотят, какой сквер видеть, да, они вот помогали сделать вот эти скверы. Поэтому получилось довольно интересные проекты, и в некоторых местах даже очень как-то не скромно, а обширные, большие общественные пространства получились.